Марія Фальова – тренерка зі стретчингу. Більше 8 років веде групові заняття з functional training, booty-данс, пілатесу, силових, аеробних та танцювальних напрямків. Дотримується здорового способу життя. Радить завжди приділяти увагу заняттям спортом. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем с вами комплекс упражнений, направленный на растяжку. В прошлом выпуске вы уже познакомились с разогревом разминкой, сегодня мы с вами продолжим уже на ковриках. Одну ножку выравниваем в сторону, вторую, сгибая, уводим назад. Прижимаем стопу к себе, образовываем угол 90 градусов. Развернитесь ровной спинкой по направлению к ровной ноге. Тянемся подъемом в пол, колено прижимаем к полу. С каждым выдохом постепенно опускаемся к ножке, постарайтесь захватить свою стопу. И в легкие покачивания добавляем натяжение с каждым выдохом, прижимаясь все ближе. В конечной точке зафиксируйтесь, дайте мышцам привыкнуть к натяжению. Следующее, противоположную руку оставляем на стопе. Второй ручкой захватите себя за согнутое колено. Постарайтесь вытолкнуть грудь и плечи вперед. Это помогает для растяжки боковых мышц и также сохраняет натяжение по ровной ножке. Не поднимая корпус, переведите руки по центру и вперед. Все делаем с ровной спиной. На выдохе, как только мышца расслабляется, добавляйте амплитуду. Полежите до минуты в конечной точке, зафиксировав растяжку. Затем медленно вернитесь в исходное положение. И сделайте тот же комплекс на другую ножку. Следующее, что мы сделаем, исходное положение лежа на полу. Прижмите колени к груди, расслабьте мышцы спины. Одну ножку ставим в упор стопой на пол, вторую подтягиваем максимально близко к себе, живот к бедру, ручками захватываем себя за стопу замком. Прижимаемся плечами, лопатками к полу, вдох. На выдохе разогните ножку. Постарайтесь полностью выровнять колено, сохраняя плечи и лопатки на полу. Сделайте так до 8 разгибаний. Затем оставляем ровную ножку и на выдохе прижмите ее еще ближе к себе. Если колено, чувствуете большую боль под коленом, да, переведите руки на голень, это немного ослабит натяжение. И отводим ровную ножку вниз. И повторяем все то же самое на вторую ножку. И достаточно приятная растяжка на мышцы спины. Подкрутитесь вперед. Подбородок прижимаем ближе к груди, колени к груди тоже. Как мячик катаемся полностью по спинке, почти до положения сидя и до затылка. Так делаем до 8 повторений полностью. Прожимаем мышцы по полу, растягиваем мышцы спины. И на последнем постарайтесь завести ноги за голову на пол. Это помогает расслаблению поясничного отдела, грудной, шеи. Также, если чувствуете комфортно себя, постарайтесь выдержать до минутки. И затем медленно раскручиваемся, ведем ровные ножки, укладывая на пол. Дотянулись, еще вдох, выдох, подкрутились за ножкой в положении сидя. И на этом наша сегодняшняя тренировка закончена. До следующих встреч!